Всем привет, ребята! На канале Анна Кри. Сегодня мы сравниваем украинский дано. Дано из Египта. Это классический йогурт. Это дано и это дано. Украина и Египет. Давайте будем сравнивать, что вкуснее. Тут 140 грамм, а тут непонятно. Не нашла я. Теперь давай будем пробовать. Это вот такой. Кислый. Давайте пробуем. Украинский лучше. Украинский йогурт победил. Он очень вкусный. Этот кислый, а этот кислый сладкий. Советую украинский йогурт активнее. Вот дано. Теперь у меня в сорти вот такие. Плавленые сырочки и треугольнички. Тоже из Египта. А это польские. Мы были куплены. Давайте попробуем, что лучше. Первый сырок. Вкусный. Мне понравился. Самый вкусный сырок. Теперь пробуем польский. Польский у меня с разными вкусами. Вот с разными вкусами. Давайте попробуем вот этот сырок. С колбаской. Он красивее, как будто он больше в 2 раза. Он выглядит лучше. Тут он больше. Смотрите, ребята. Этот маленький, а этот большой. Ну, попробуем. Вот этот поменьше, а вот этот побольше. Ну, вот этот очень широкий. Тут больше сыра. Они 2 вкуснее. Польский, египетский. Оба вкусные сыры. 1-1. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал Анна Кри. Ставьте лайки и смотрите мое видео. Всем пока! И напишите в комментариях, какие вы любите сырочки больше всего. И йогурты. Пока!